Или что это? Цены животных. Сколько в среднем ты... Ты что, я? Чего я? Подожди. Что я? На название видео. Сколько в среднем ты и чё? И что, блядь? Среднее значение роста. Среднее значение килограмм. Нихуя себе, 62 кг это среднее значение. Если бы... Тася Нова, спасибо. Ура, 3 месяца. За 3 месяца. Так, средний рост 165, нихуя, у меня 186. Я чё, гигант? Вес. Если бы все люди встали на весы, их вес составил бы 286 миллиардов килограммов. Да мне кажется, если бы один Ломаков встал на весы, то ладно, мне... Все. Среднее значение их $1000. А в рублях можно? Число детей. 2,44. Время в соцсетях 3 часа в день. А, сила хвата? Среднее 40 кило. Спать 7 часов. Ага, блядь. Работа. 36 часов в неделю. Пукать? 10 в день. Подожди, что? 10 раз в день? Нихуя, блядь. Говорить ложь. 1,5 раза в день. Потребляемые калории. 2200. Я хуй знает, сколько я потребляю. Учитывая, что я стримлю по 5, по 6 часов, я очень мало ем из-за этого. Ругаться. Угу. Чашки. Вообще кофе не пью. 2 в день. Выбор. Чё? 35 тысяч. Чё? Цвет глаз. Средняя карий. В смысле? Типа... А, да? Менее 1% людей имеют серые глаза. Ты один из них? Я, кстати, не ебу. У меня или серые, или голубые. Непонятно. Они то серые бывают, то голубые. Черный цвет волос. Это понял. Средняя собака. В смысле, блядь? А, понятно. Айфон. А, ну понятно, ага. Все с айфонами ходят. У меня серый, у меня. А, ну да, все серые тут собрались. Ага, блядь, конечно. Королла. 11 лет. Ну да, это среднее образование. Размер обуви 39. Любимый цвет синий. Не, у меня фиолетовый. Чё? Любимая еда. Пицца! Фу, блядь. Число близких друзей 4. Друзья, Facebook. Ноль! Ноль! Лайки в Инстаграм. 1200? Пода, блядь. Ага, нахуй. У меня в среднем 40 тысяч. У вас тоже... и лайков тоже ноль, да? Обидно. Число разбитых сердец. 3. У меня 0. Среднее 16... Чё? А, отжиманий. Могу 160. Изи. Среднее 9 сентября? День рождения 9 сентября? Любимый сериал «Игра престолов». Любимая игра «Майнкрафт». Ну, это, кстати, правда. Любимый Эд Ширен. Это кто, блядь, вообще? Число браков. 1. Не дай бог. Жилье. Дом? Чего, блядь? Какой дом? Алём, блядь, мы живем в будках в этих квадратных коробках. Работа, торговля. Продолжительность брака 12 лет. Место для отпуска – пляж. Ебать, ненавижу пляж. И вообще все, что связано с морем, отдых на море, мне кажется, самое скучное, что может быть, в принципе. Лежать, передеть, блядь, на этой... Я не знаю, там, на чем они лежат. Это вот, короче говоря. Пиздец вообще. Не знаю. Я люблю гулять. Ну, вот, например, когда я был в Нью-Йорке, да, исследовать всякие районы. Интересный, смотреть там, блин, не знаю, что-то делать, а не просто лежать как кусок мяса. Любимый жанр музыки. Оп. Жеж. Щищ. Средний бизнес. Ага, образование колледжа. Колледжа, потау, так и говори. Любимая соцсеть Инстаграм. Не, у меня Телеграм.
чего, блядь, любимый фильм «Крестный отец»? Чего, блядь? Чего, блядь? Число посещений врача 6 в год. Любимый бренд моды Nike. Чего в спальне? Секс. Две в неделю? Чего так мало? Любимый спорт — футбол. Любимый музыкальный инструмент — пианино. Сперва. Так. Хлопья, что? Что? Что хлопья? А? Ну, не знаю. Я, видимо, уникальный человек. Время разложения — рыба. 10 дней. Молоко — 18 дней. Ломтик сыра — 20 дней. Нихуя. Мертвая крыса — 3 недели. Нихуя. Овощи. О, это я. 4 недели всего лишь. Блять. Огрызок яблока — 4 недели. Бумага. Агылен сколько? Разлагается. Газета — 6 недель. Ну так это ж такая же бумага, нет? Хлеб — 2 недели. Подожди, а чё? Стоп, да, блядь. Чё-то странно, нет? 6 недель и тут 2 недели. Должно же быть по возрастанию. Алё, блядь. Пицца — 2 месяца. Курица — 3 месяца. Картон — 3 месяца. Лист — 4,5 месяца. Биоразлагаемое мыло — нихуя, полгода. Кал! О! Это вы, кстати! Ладно, блядь. 1 год, ничего себе, блядь, дерьмище, как долго разлагается. Волосы? 1,5 года. А, это происходит только быдло после смерти. Ты ебаная, блядь. А по-моему, очень балдежно лежать, откинувшись на пляже. МММММММ. Ну, не знаю. Банановая кожура — 2 года. Сигарета — 10 лет. Ни хрена себе, то есть каждый из вас, вонючие куряги, кто покурил и бросает бычок на землю, он потом там где-то 10 лет гниет. Вахуе просто. Мои первые сигареты уже разложились. Блять, Вась. Ну, мне кажется, все что угодно уже разложилось, блядь. Даже какая-нибудь пластиковая бутылка, которую ты когда-нибудь где-то выкинул, уже дважды успела разложиться, хотя они по 100 лет вроде это делают. Ебать, разъебал, да? Блять, нихуя себе слон. Подожди, Косте 20 лет. Слит! Слон — 25 лет. Пиздец, стаканчик кофе — 30 лет. Охуеть. То есть получается, когда я родился в 92-м году, если кто-то в том году выкинул стаканчик кофе, он до сих пор еще разлагается. Пиздец. Кит — 30 лет. Кто-кто, блядь, нейлоновая рыболовная сеть — 37 лет. Обувь — 40 лет. Охуеть. Металл — 50 лет. То есть получается, кит живет где-то в океане, плавает, умирает, и потом на днище еще там 40 лет лежит, да? Пиздануться можно. Бургер — 60 лет. Человеческое тело — 80 лет. Внутри гроба. Пиздец. Я просто в ахуе. То есть получается, мой дед еще где-то разлагается, получается. Салфетки — 100 лет. Пиздец. Батарея — 100 лет. Дерево — 124 года. Алюминиевая банка — 140 лет. Соломка — 200 лет. Держатель 6 пакетов, чего, блядь? 450, ебать. Флакон для... флакон лака для волос — 500 лет, нихуина. Подгузник — 500 лет. Пиздец. Пенопласт — 500 лет. Я в ахуе. Жевательная резинка — 500 лет. Пиздец. А я-то когда-то, я помню, жевал и выплевывал их. На землю. Ёб твою мать. То есть она там еще лет... короче, дохуя будет лежать.
Бля, сейчас бы вспомнить все вот эти моменты, когда я выплёвывал жвачку, чтобы вернуться туда, подобрать ее и, я не знаю, что с ней сделать, утилизировать как-то. Вот. Я в ахуе просто, ребят. А я когда-то глотал жвачки. А они тоже в желудке потом 500 лет разлагаются. Ебать, 1000 лет, это что, пластиковый пакет? Ёб твою мать. Да? Ну все, пиздец. Шины 2000, ой, блядь. Ядерные отходы 10 тысяч лет, нихуя. Машина 100 тысяч лет. Я в ахуе. Стакан один... Что, блядь? 1 миллион лет. Лампочка. Пиздец. Айфон 2 миллиона. Прикиньте, блядь, спустя 2 ляма, когда уже человечество вымрет, когда мы уже все как бы перестанем существовать, и на Землю, я не знаю, опять что-то упадет, прилетит, какое-то существо. Они найдут айфоны, лампочки, стаканы, машины, блядь. Да, найдут айфоны, а там, короче, приложение Твича и, собственно говоря, я. Вот. Записи моих стримов. Хотя, блядь, наверное, уже и сервера не будут существовать. Соответственно, все уже исчезнет, удалится. Обидно. Хотя, опять же, сервера же тоже будет существовать много миллионов лет. Это же такое же оборудование, да, то есть, как и iPhone. Там, возможно, даже, я не знаю, разложение будет куда больше, чем iPhone. Соответственно, все это так же будет, но опять же, они не будут работать. Ну, обидно. Ну, я думаю, доступ получат, скачают. А электричество? Ну, я про это и говорю. Они найдут и получат доступ. Естественно, это не сразу. Но по итогу-то. Ой, блядь, Навального. Какого Навального? Алло, мы смотрели уже Навального. Алло, блядь. Так.